Хей, йога, с вами Шумики, мы продолжаем проходить игру под названием Омега Страйт. Страйк Стрит. Поехали. Нам нужно с вами отправиться в Изумрудный лес. Изумрудный лес. Военная база. В военной базе мы должны с вами пробежаться. А ну-ка. Ой, точно, у нас уже и тут есть. Так, это на что за место? Это у нас тоже проход в локацию. А, нет, это сундук. Это сундучок, это 30 золотых. Ага, кейв. Коев. Ладно. Ваншотит. Поехали. На разгром. Вот не знаю, дальность, мне кажется, вообще не увеличилась. Что качаешь, а что не качаешь. Так, мне нужно вниз. По нижней части можно попасть туда, куда мне надо. О, так у нас еще здесь черепок был. Точно, это когда я аж спасать ходил нашего медведя. Когда я ходил спасать нашего медведя. Да, так застрянешь раз и все. Монетка. Монетка. Так, это не то место. Но зато мне этот есть, кубик жизни. Кубик жизни у меня есть. Медленно едет. Тихо. Так, теперь мне нужно сюда, и там будут камни. Или нет? Или не будет здесь никаких камней, я просто тогда сюда не пошел. Хм.
А можно мне понять? Как это можно понять? Куда мне идти? Куда мне идти? Ладно, давайте я найду проход, тогда продолжим. Короче, я вернулся в город, вышел с пещеры, давайте купим на денежки, что у меня есть. Улучшение. Только для кого? Я мог, в принципе, на один раз усилить нашего гранатометчика. Не хочу, не. Не-не-не. Так, сразу 4 сферы. Так, мясник. По нулям. Все, ладно, отправляемся. Это я, короче, облазил изумрудный лес весь. Теперь у нас базальтовая шахта осталась исследовать. Оля. И тогда дальше продолжим, когда найду хотя бы что-то. Хотя, стойте. Отправиться. Или мы уже ходили к профессору? Не, мы ходили к профессору, все. Ждите тогда. Так, поехали. Я нашел первую стену. Это у нас мы где? Вот. Стена первая. А деньги, понятно. Идем дальше. Народ, я нашел. Вот, у нас еще проход здесь вот есть. Туда сейчас отправимся. Ну что, поехали. Так, мышку брать. Ломаем и погнали. Галди. Здравствуй, мистер. Можете помочь спасти моего друга, мистер Калачка? Приспешник доктора Омеги утащил его глубоко в лес. Если спасете его, я вас вознагражу. Окей. Так, у нас опять два варика, куда идти, да? И я опять вижу секретный проход. Что-то для секретного, он какой-то длинный. Да, я, если что, ваншочу уже врагов. Ваншочу нужно впритык подходить. А не, вчера. Вчера, так, золотишко. Золотой черепундель. Черепок. Так, вниз и вверх. Погнали вниз. Окей, погнали вверх. Там у нас вообще непонятно что. Какой-то слизень огромный. О. Так, стоять вниз. Эрл. Привет, я Эрл. А это мой приятель Фестер. Да, он мутант, но не боится, не укусит, наверное. Раньше он был террористом-смертником, а теперь таскает мое снаряжение. Как бы то ни было, приход
завален, а динамит у меня не осталось. Если удастся найти чуток, то принеси, и я освобожу переход взрывом. Двух шашек должно хватить. Окей, теперь нам нужно найти шашки. А, нам еще нужно все равно будет спускаться вниз, чтобы спасти друга этой тянки. Secret Times. Да ёлки-палки. До хера этих сильных. Так, здесь у нас есть проход. Поехали. Мне вот эти бесит. Да везде достану. Ё-моё, убей ты эту штуку. Right. Готово. Так, наверх. Нифига себе. Что-то сложновато, эй. Манать. Снайперы херовы. Готово. И тут эти слизняки. Вау, 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 вау. Так, отлично. Восстановление. Бла-бла-бла, меня все дамажит. Ты все равно под себя их не можешь кидать. Идиот. Секретка? Нет. Опять два прохода? Да. Пойдем влево. Пойдем-ка тогда влево. Вот как? Всюду достанет, где б я не был. Аж бесит. Раз
угрожает. ХП. О, одна шашка динамита. И еще нужно одну. Ой, ну нафиг, просто побегу прямо. Ой. Как-то так. Как-то так. Так. Разбиваем. Так, еда. Готово. Так. И главное, меня еще не коцнул. Он меня коцнул. Он меня, черт вашим, коцнул. Окей. Дальше побежали. Тогда отсюда выходить будем. Зараза, он по мне все равно попал. Как же ты меня бесишь? Как же ты меня бесишь? Вниз. Самый низ. Да, хрум-хрум-хрум. 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 Ва, 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 ва
сражался не так жестко. Еще здесь есть проход. Окей, сохранялка. Сохранялка — это хорошо. Сохранялка — это хорошо. Так, сюда. Вниз. Значит, последняя шашка внизу. Спасем челика, который там находится внизу. При этом... Это сейчас серьезно? То есть они не умирают там, а я как миленький умираю. Какая там секретка? Не забываю про то, что он еще пуляет. Почему они телом своим столько же урона мне наносят, сколько и просто тычкой? Так, сундук. Значит, хотя нет, эти не проходят. А, вот это вот интересно. О, прострелы. Прострелы. Так. Тупая муха, славлю крылья, подрываю. Окей, так. Два мяска. Еще один динамит. Все, это последний, тогда можно уже возвращаться к этому, чтобы он нам проход открыл.
монетка. Так, выше, 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 выше. Окей. Классно. Только монетки, да, с одних падают. Оп. Курица, курица, курица. Давай, челики, взрывайте мне, на. О, похоже, нашел динамит. Фестер, будь хорошим мальчиком и заложи эти шашечки вон за тем камешки. Фестер, нет! Эх, ладно. Видимо, нельзя научить старого пса новым трюкам. У Фестера было золотое сердце. Ну что, жопа начинается? Шопка начинается. Особенно с этими. Особенно с этими слизнями, хотел я сказать. Мне начали подавать свинцом. Ой-ой-ой, посрать, все. Иду в раш. У меня уже серия заканчивается. У меня же закончится серия. Хрум, хрум, хрум. Он, в принципе, даже нормально пуляет, как автомат. Как мухи надоедают, Боже, если вы знали бы. Так. Так, и я сюда уже не вернусь, да? Считай, ничего не получил. А нет. Ух.
На. Минус жаба. Минус эта херь. Ого, сразу два хила дали, ничего себе. Блин. Ладно. Не страшно, потому что мы дошли до босса. Да? Да, дошли до босса. Ой, полковник Гарц. Ой, поглядите, кто забрался в мой лагерь. Эй, медведем пришел, полагаю. Боюсь, геройство сведет тебя с могилу. Что? Я тебя понял, приятель. С тобой только на такой, я думал. Хотя... Мне кажется, большой разницы нет, то что я с автомата по нему стреляю. С автомата более чаще. Да, с автомата даже больше наношу. Что, они не наносят? Они не наносят мне урон. Боссы легкие, как обычные враги. Все, где сложность? Где сложность? Где вторая стадия хотя бы? Все. Просто. Вот так. Мистер Калачик, ты пришел спасти меня? Ой, я так рад. Уверен, эти парни собирались меня съесть. Тебе, наверное, интересно, как так вышло, что медведь умеет разговаривать, да? Умеет разговаривать. Я принял участие в эксперименте доктора Омеги, пока не пришла Голди и не спасла меня. Ох, она должна быть очень переживает. Нужно скорее к ней возвращаться. Большое спасибо, что спас меня. Да не за что. Давайте тогда на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.